Гостиная сегодня находится на съемках вот в таком необычном для вас живописнейшем уголке жемчужины Северной Осетии в горах Феокдона, где шум бойкой реки Феокдон может заглушить только звучание свирели в руках соловья осетинской эстрады. Здравствуйте! Приятно вас слышать вот здесь, в таком уголке. И думаю, что это неспроста, поскольку по преданию еще издревле у осетин свирель звучала в горах. Вы продолжите мою мысль? Здравствуйте, товарищи! Конечно, свирель вообще-то в Осетии родился только в горах, потому что и атари там, чабаны постели, все, они всегда ходили с ножами, и вот они состреляли и вот сделали себе свирель. Ну, чуть-чуть по современнее здесь стороны, в основном это родился. Вы знаете, Нодар, вот сколько я вас помню, и слежу за вашим творчеством, вы сегодня один из ведущих артистов нашей эстрады. Но в своей музыкальной стезе вы совмещаете несколько граней. Можно сказать, что вы блестящий играть. А запомните, зачем еще можете похвастаться? Ну, я вообще-то я гитарист. Гитарист, гитарой я занимался с детства, брат мне купил гитару. И вот с тех пор вот начал играть, сперва самоучил, потом уже куда-то пошел, там близкие друзья мне показали аккорды. И после этого уже педагогу тоже пошел, и он меня научил. А потом, после Тбилисской филармонии, я потом расскажу, и после этого я стал на клавишах сам разучивать, потому что когда человек со слухом, тогда для него нет никаких преград, чтобы он научился на любом инструменте. Потому что человек искусства, он должен владеть несколькими инструментами. А все-таки что вам ближе? Пение или? Ну, пение это мое. Я его правда люблю. Я не просто так на нем что-то зарабатываю улично или что-то. Я правда люблю петь. Я с детства. Вот еще не ходил, по-моему, да, родители мне говорили, что ты уже, говорит, кричал, орал, и по нотам, говорит, и подыгрывал, и подпевал. А так я уже с 5 лет, я уже, раньше, если помните, в советские времена на Олимпиаду выходили. И меня в 5 лет взяли в Олимпиаду. И когда я занял 1-е место в моем районе, тогда мне писали грамоту, и меня спрашивали, ты в каком классе учишься? А меня никто не предупредил и сказал, я говорю, я еще в школе не учусь. И мне не дали грамоту, потому что это было как-то вне конкурса получается. Вообще-то, да, я никогда сильно не баловался. Ну, там с друзьями мы что-то иногда нарушали правила, но вообще-то, но в основном нормально себе. А потом появятся попозже и группа «Ирис», которая многим помнится, и многие шлягеры, которые вошли именно в музыкальное наследие с рук этого талантливого музыканта. Об этом мы поговорим сразу же после музыкальной паузы. Давайте послушаем хорошую песню. Сад на вас.
Мы очутились волей непогоды вас в гостеприимном доме. Скажите, пожалуйста, чем вы сегодня живете, чем насыщены ваши будни и какие у вас творческие планы в ближайшее будущее? Ну, у меня всегда как сцена, это на первом жизнь, месте, да? Потом у меня бывают всегда новые песни, я выпускаю, как называется, альбомами, как альбом, потому что одна песня выпускать, это неинтересно. Вот выпускаю 10, 12, 15 песен в год, я считаю, что это нормально, потому что сейчас записывать и найти хорошую песню тоже нелегко найти. В основном я сам это делаю, но я стараюсь, чтобы с друзьями, с товарищами и вместе с музыкантами всегда я делаю новые песни. На заре вашего творчества, когда вы уже вышли из группы «Ирис» и начали сольное плавание по волнам шоу-бизнеса, да, очень успешно, кстати, то есть такой интересный момент. Вот одна песня решила очень много вашей биографии. Вы догадываетесь, о какой песне я говорю. Это песня «Мадемайра». То есть, когда вы обращаетесь вот в Богородице, прям это песня-молитва. И тогда, в тот переломный момент, это были 90-е годы, очень нелегкие для Южной Осетии после военных лет. И она как-то, знаете, грела людей. Знаете, вот ведь это время тогда, когда вот эта песня у меня в мыслях создавалась, прекраснейшая поэтесса и актриса Людмила Голованова, она мне подарила свои стихи, и на каком-то странице вот это «Лашта», и я его внимательно прочел. И когда я его читал, я просто сейчас тоже, я всегда, когда эту песню пою, я ее с удовольствием пою. И меня иногда его заставляют на свадьбах, на каких-то мероприятиях петь, но это не то. Его надо исполнять на сцене, где-то на таком месте, чтобы правда показать, что это действительно стоит, эта песня. И когда я прочел стихи, и я увидел в этих стихах действительность, что вот это моя. И мелодия, и мелодия, знаете, вот за 3 минуты я его читаю, и мелодия сразу в себе. Она у вас пришла, эта мелодия? Да. Вы написали мелодию? Мелодию я написал сам. И пришла сразу эта мелодия в голову, и я уже начал его петь. И один куплет, потом второй пошел, потом третий. И я уже в таком состоянии был, что я уже не знал, где бы ее быстро записать. И под гитару его сыграли, и под гитару я его записал. И чтобы не потерять, чтобы... Сейчас, знаете, сейчас нотами пока раскидаешься, уже, это уже другая история. Сейчас нотами почти никто и не занимается, но ноты, конечно, надо знать. Но здесь у меня она пошла так быстро, пошла песня, что я сам в шоке, потому что она была... Со словами и с мелодией она полностью поддалась мне. И я потом уже к нему сделал мелодию, аранжировку сделал, и вот. Oh,
огород можно рад. Да за что поваржа тяжел жабы рад. Арком зина огород можно рад. Kurundan na fedal tejak mabaş Lagmari kukaya barın kanka Nevel mertayının makan ahını cilen İlon evzaden sarp saran bora А есть в вашем репертуаре еще песни, которые вы вот так же душу вложили, вот так написали, вот на одном дыхании? Есть такие песни у вас? Есть, конечно, много песен таких, которые я в действительности люблю и я им дорожу, правда. Но вот последние годы у меня... Вы все знаете, все зрители, все слушатели знали такого прекрасного певца. Я его считаю элитой осетинского искусства и эстрады. Это Валерий Сакаев. И когда его не стало, просто я его очень хорошо знал. И мне просто такое ощущение, что перед ним надо было как-то реабилитироваться в чем-то, что мы его не сохранили. Я просто посвятил потом ему песню. Я эту песню тоже очень сильно, ну, люблю как. Я просто спасибо говорю Богу, что народ понял, что вот этот человек, кто его не знал, все равно узнал. И вот эта песня, которую про Сакаева я сделал, это тоже для меня очень дорогой. Tane darda iştay deud Boni jaray da vilsin kotto yadem De tane darda iştay deud Madem ayrem devme kukufta Bakışın ken şavjenin Fendi diye yire jarın Ademenle katkenin Madım ayrem sal derajın Yejerde kınan kuşun Mitim midek tık ve jalu Jarek derzin alpışın Есть в вашем репертуаре песни, которые стали, можно сказать, эпохальными для Южной Осетии, для вас? В целом, вы, каждый ваш приезд в родную Южную Осетию проходит с аншлагами, с концертами, с запоминающими какими-то встречами яркими. Вас очень любят как на юге, так и на севере. И все-таки где вам любится выступать? Где вам больше выступать? Или на севере, или на юге? В Осетии, везде. Для меня это... Я могу осетинскую песню спеть где-нибудь в Ростове или в Махачкале, или где-нибудь в Нальчике, или где я часто бываю, кстати.
Для меня ничего не стоит там спеть. А вот спеть на своей родине и на шетинском языке – это большая ответственность. Потому что, как говорится, я не хвалю, но у меня живые концерты бывают. Беспонограммы, это я заметил. Да, и иногда человек ошибается, иногда что-то неправильно, потому что ты машешь руками или чего-то делаешь, где подпрыгиваешь, и устает человек, естественно. И я стараюсь, чтобы все равно вот этот проходило, этот живой концерт, и всегда я стараюсь, чтобы для Осетии это было запоминающее, чтобы не подумали, что я под фонограмму пою или что. Да. Ну вот недавняя ваша поездка с Томой Перса, вы с Ричардом, да? Это человек, который очень так внезапно вошел в культуру осетинской музыки. И вот это вас тоже отличает, что вы привлекаете людей. То есть вы не один поете, а вы еще как-то вот в сотрудничестве с другими. А совсем недавно, вот побывав на вашем юбилее, я увидела, что вы еще и объединяете разные народности в своем творчестве. То есть приехали люди из Кабардино-Балкарии. Да, и везде вы в почете и в любви. А скажите, вот именно для вас, что главное в людях и в жизни? И вот поменялись ваши приоритеты с тех пор, когда вышла ваша первая песня? Знаете, вот смотрите, когда я вообще вхожу в этот мировом артистском комитете на Кавказе, и мы часто выступаем по Северному Кавказу, к сожалению, по Южной Осетии не бываем, в Абхазии бываем часто, в Дагестане, в Чечне, Кабарде, Адыгее, вот это все наши районы, где мы часто выступаем. Почти каждый месяц выезжаем, какие-то мероприятия бывают, и мы всегда выезжаем. И там все музыканты, когда собираемся после выступления или как-то, да, мы как одна семья. И ну там личного такое не скажешь и не захочешь, чтобы все вот это как-то взять и куда-то поставить. А хочется, чтобы народы Кавказа, конечно, народы Кавказа, чтобы жили в дружбе. Для этого и создается вот эта мировая артистская комитет для нас. Вы стали заслуженным, народность тоже получили. Для вас вот эти регалии, награды что-то значат? Есть какая-то награда очень важная в вашей жизни? У меня очень много наград. Я заслуженный артист Грузинской ССР. Даже так? Ну, тогда это при Советском Союзе было. Это в 88 году. И когда это уже разворачивался, уже конфликтная ситуация была тогда. Меня сильно обсуждали и говорили, вообще, говорит, можно ему дать или нет. Но потом уже все-таки нашлись люди, которые, раз уже достоин, значит, он должен получить дело. И результат я все-таки получил, но было такое, что там разговоры были, что зачем, говорит, он нам нужен, и вообще мир совершенно другой, и это, ну, все равно мне дали. А заслуженный артист я Южной Осетии давно получил. Я думаю, что я заслужил. И вот сейчас недавно указом президента Южной Осетии, я не знаю, подписали, нет, он мне лично позвонил и мне сказал, что вы народный артист Республики Южная Осетия. Ну, приятно, конечно. Спасибо. Видимо, все-таки заслуживаю. Народ, когда народ слушает твои песни, и ты уже чувствуешь себя нужным, да, нужным для народа, тогда я считаю, что это нормально. Я кардыш.
прекрасный отец, муж, и даже, по-моему, дедушка, да? Или еще нет? Я опередила. Скажите, как получилось так, что вот вы сохранили верность, вот этот вот домашний очаг? Какие-то есть у вас критерии, секреты? Поделитесь с нами. Ну, у меня семья, прекрасная семья, и я вообще не дорожу, конечно. Для меня семья – это все. У меня есть три прекрасных сына, они все заняты, учатся и работают. Но помимо семьи, у меня, конечно, есть студия, и я всегда там занимаюсь и делаю новые песни. Я долго-долго работаю, как лучше будет, и слова подбираю сам же. Сам же фактически пишу сам слова. Ну, ваш стиль отличается, да. Он как-то свой оттенок имеет и написание. Ну, знаете, у меня песни, чтобы народ их слушал для уха, чтобы она правда звучала, чтобы их это привлекать. А просто, вот я еще раз говорю, вот просто так песню, какую-нибудь мелодию взять, и он не эмоциями имеет ничего. У меня эмоциональные песни, я хочу, чтобы народ почувствовал, что... Наполненные кавказским темпераментом. Давайте послушаем еще одну такую песню. Арвы астау, арвы дуар, феттона бонгомэй. Хуры чизгмэм, мид был худга, расыди аргомэй. Арвердыны, авгудырэн, иудэхэл кырозэнд. Эздэфэлмэн, сэштэнгасэн, хуры тэнтэн уазэн. Хуры тэнтэл, хуры тэнтэл, эссэвэн дэразмэн. Хуры чизгда, хурен газда, дымаси мэварста. Ну да, ваши друзья часто о вас говорят как очень отзывчивом, добродушном человеке, готовым всегда подать руку помощи. Вы на самом деле вот такой, и что помогает вам оставаться на плаву? Что помогает вот такие силы постоянно держать, не ломаться? Все-таки жизнь меняется, сейчас совсем другие реалии. И каждый день что-то новое преподносит. Вот скажите нам, как вы так сохраняетесь? Все-таки добро, наверное, вам тоже дает какие-то силы, вдохновения. Знаете, вот я уже говорил, что для меня музыкального отношения с друзьями, с близкими конкуренции нету. Я единственный люблю тех, больше, конечно, тех людей, которые, правда, они поют и, правда, они создают уют песни. У меня их много. Я их с удовольствием... Но есть правда, есть такие певцы, которые ничего не представляют, просто записывают песни, и они считают, что вот раз уже вот песня пошла, и его начали слушать, и это уже все, это уже потолок. Я так не считаю. Надо заслужить, во-первых, уважение к народу, чтобы тебя, правда, уважали и слушали. А потом уже, после этого уже можно и говорить. У вас много друзей? Звездная болезнь. У меня очень много друзей, конечно, очень много друзей. Я всех люблю, уважаю. И я стараюсь помогать еще и молодым певцам. Они часто с моих рук вышли. Я скажу, где-то 15-20 человек, вот так грубо, если сказать, которые сегодняшний день, они прославляют астанинскую эстраду. Я даже могу перечислить, кто они были. Но это будет долго, наверное. Но это долгая история. А сегодня у вас нет профессиональной усталости? И в чем вы находите вдохновение? Нет. Вот профессиональной усталости нету, потому что я всегда... Знаете, вот когда ты уже в музыке, я вот иногда, когда в семье бываю, тогда занимаюсь семейными делами, да-да. Но когда я уже бываю на студии, знаете, иногда сижу за фортепиано и
отрываюсь по полной, потому что мне это надо. Я должен минут 30, 40, 50 должен показать, что я еще могу, чтобы меня никто не слышал. Я не работаю вот так. Мне это бывает облегчение, и потом я придумываю какие-то мелодии. Живет, пока живет его песня, его творение, пока он творит, наверное, вот в этом ваше долголетие творческое. Да. Мы желаем вам не терять вот этого вкуса к творчеству и к жизни, к людям, всегда нас заряжать оптимизмом, что у вас есть, и дарить нам прекрасные светлые песни лирические. Спасибо вам. Спасибо вам, спасибо моим зрителям, моим друзьям и моей сети. Я буду еще долго, наверное, петь и радовать вас новыми песнями. Я желаю всем мира, счастья и добра. Спасибо. До новых встреч на нашем канале «Музыкальная гостиная». Спасибо.